У кого-то осень ассоциируется с яркими красками и хорошим настроением, а у кого-то с похолоданием, дождями и депрессией. Давайте узнаем у саровчан, испытывают ли они осеннюю хандру. Депрессию нет, а вот хочется дома побыть, больше не работать. Не вешать нос, жить-то надо, все впереди. Хоть болеют ноги, суставы, но все равно ходим потихоньку, двигаемся. Настроение бодрое, я считаю, надо быть бодрым. Любая погода – это хорошо, надо выходить, надо радоваться жизни. Нет, не испытывать. У меня всегда хорошее настроение. В зависимости от погоды, если солнечная, красивая, так радостная, так приятно и на улице находиться. А в такую погоду кисло все. И настроение такое тоже удручающее. Как и погода, какая-то хмурость и недовольство вообще. Хочется солнышко. Психологи утверждают, что никакой осенней депрессии не существует. Однако холодная дождливая погода способна испортить настроение даже самому большому оптимисту. Какими же способами можно сохранить позитивный настрой? Больше фруктов, витаминов, фильмы, музыка, книги. Побольше улыбаться, наверное. Побольше гулять. Вести активный образ жизни. Больше ходить, меньше лежать на диване. Двигаться надо, особенно в пожилом возрасте. Занимайтесь спортом. Я ухожу в Универмаг и очень довольна. Думайте о хорошем всегда, никому не завидуйте, ни на кого не злитесь, и все будет у вас хорошо. И болеть не будете, и настроение хорошее. Побольше спать, наверное. Теплее одевайтесь, проводите время в приятной компании и почаще улыбайтесь. Тогда осенняя непогода не повлияет на ваше настроение. Рецепты позитивного настроя для вас собирали Дарья Козина, Константин Островский, служба новостей «Саров-24».